27 октября 2016 года Санкт-Петербургской духовной академии были переданы 64 иконы, которые по решению суда были конфискованы в ходе расследования уголовного дела о попытке контрабандного вывоза культурных ценностей из России. В 1995 году при обыске квартиры осужденного контрабандиста петербургские следователи вскрыли тайник, в котором обнаружили более 300 икон, датируемых с 17 по 19 век. С того времени правоохранительные органы передавали конфискованные образа в Эрмитаж и Русский музей. Сегодня, впервые в новейшей истории России, украденные иконы были переданы духовному учебному заведению Русской Православной Церкви. На столах и мольбертах актового зала представлены 64 иконы, которые активно рассматривают преподаватели и студенты иконописного отделения. Им предстоит трудиться над восстановлением испорченных образов, многие из которых находятся в удручающем состоянии. По заявлению архиепископа Амвросия и Василия Николаевича Кичиджи, ректоров Духовной академии и Академии имени Штиглица, учебные заведения будут сотрудничать в деле реставрации возвращенных икон. Участники встречи отмечали историческое значение происходящей передачи и ее ответственность, ведь иконы попадают в руки будущих священнослужителей, иконописцев и регентов, которые своим служением будут созидать духовное здоровье России. В торжественной обстановке архиепископ Петерговский Амвросий и полковник Дмитрий Анатольевич Завершинский подписали акт о передаче икон Санкт-Петербургской духовной академии. Благодарность за понесенные труды владыка наградил памятными грамотами в честь 70-летия возрождения деятельности Духовной академии участников события. После окончания акта передачи архиепископ Амвросий показал гостям из органов правопорядка историческое здание Духовной академии, которое в данное время находится в состоянии ремонта. Именно в храме 12 апостолов, который планируется отреставрировать к 2021 году, будут размещены некоторые из переданных икон.